Последний день в статусе школьников вчера провели 307 рютовчан. Выпускной бал прошел на главной городской площади возле администрации. Мероприятие это всегда не столько торжественное и официальное, сколько эмоциональное, трогательное. Дети прощаются со школой и начинают новый этап своей жизни. Выпуск 2014 в Реутове начался официально. Представление первых лиц города, парад выпускников, торжественный вынос флага. Пока 307 человек все еще школьники. Буквально через пару минут уже взрослые люди. Получают напутствие от советника губернатора области Александра Ходырева и от исполняющего обязанности главы города Сергея Юрова. Мне хочется вас поздравить с сегодняшним днем. Вы прошли большой и долгий путь. От первого звонка до сегодняшнего выпускного бала. Путь от детского взгляда на жизнь до первых взрослых шагов, самостоятельных шагов. И всегда на этом пути рядом с вами были ваши учителя и ваши родители. Никогда об этом не забывайте, ребята. Вы все умные, талантливые, и у вас огромный потенциал. Поэтому я от всей души хочу вам пожелать его реализовать, то, о чем сказал сегодня Александр Николаевич. Я желаю вам поступить в те учебные заведения, которые вы для себя выбрали. Я желаю вам вернуться в наш город, вернуться молодыми специалистами. В этом году в Реутове 31 медалист. Кроме того, реутовские выпускники – одни из лучших в области, кто сдал ЕГЭ с высоким результатом. Каждого из отличников лично награждает Сергей Юров. Средняя общеобразовательная школа номер 1. После официальной части – часть лирическая. Уже все вместе, и медалисты, и другие выпускники танцуют последний – школьный вальс. Шарики в небе, выпускники официально в статусе абитуриентов и почти взрослых людей. В 17 лет еще много важных событий, все они впереди, но сегодня праздник, так что можно расслабиться.